В Одинцовском округе поздравили медработников с профессиональным праздником. Со сцены Дома культуры «Горки-10» звучали слова благодарности за нелегкий, но такой важный для всех людей труд. Вы спасаете жизнь. Вы даете возможность людям спасти свое здоровье, благополучие и в здравии отдавать свой долг государству. От имени главы округа, от себя лично, хотел бы от души пожелать вам здоровья, благополучия, сил моральных, физических в вашем нелегком, ратном, но еще раз повторюсь, самом благородном труде. Еще раз с праздником и всех благ. Низкий вам поклон. День медицинского работника – праздник для всех, кто так или иначе причастен к медицине. Врачей, фельдшеров, медсестер, биологов, лаборантов, а также для инженеров, которые разрабатывают новое медицинское оборудование. К поздравлениям администрации присоединились активисты Одинцовского отделения «Единой России» и депутаты Мособлдумы. Успехов профессиональных, личностных и, а главное, здоровья вам и вашим близким. С праздником! За успешную профессиональную деятельность, особые услуги по охране здоровья населения медицинским работникам округа под громкие аплодисменты вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Торжественная часть завершилась выступлением заслуженной артистки России Зары. Романсы, лирические произведения и всем известные хиты подпевали хором. Медицинские работники не просто люди в белых халатах. Это те, кто помогает нам на протяжении всей жизни. Они всегда рядом и готовы прийти на помощь. Самое важное, знаете, наверное, принятие и понимание чужой боли, наверное, и старание помочь это исправить. Виновники торжества делились праздничным настроением и добрыми пожеланиями. Всем здоровья! Главное – профилактика, главное – не болеть. И тогда врачей будет меньше работы и больше времени для семьи и для отдыха. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».